Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Я, правда, не знаю, когда эта, ребята, серия зальется на YouTube, если честно. Потому что я вчера днем поставил на закачку на YouTube, и только сегодня вечером, ребята, показывает мне 80% загрузки. Это нормально? Вообще, как ты думаешь? Я думаю, что это ненормально. Это очень, ребята, ненормально. Так, ну что же, ладно, вы можете, ребята, посмотреть ролики в любом случае на моем втором канале на Дзене. Вот, там они есть, там они выкладываются, поэтому вы можете зайти и смотреть. Потому что когда YouTube соизволит более-менее нормально работать, хотя бы хоть что-то грузить, тогда можете, конечно, и на YouTube. Все пробовали, ребята, и ДПИ, и там, и всякую ерунду, которую там говорили. Читал, пробовал, буквально работает только на 3-4 часа хватает, дальше все. Опять все заново начинается. Поэтому ничего не помогает. И не знаю, сколько ли это, ребят, продлится еще все. Так, слушай, я, наверное, погорячился, да? Взял какую-то... Какую-то шляпу я взял, ребята. Да, меня сейчас, походу, здесь размолотят. Я что-то... Что-то я тут пужанул. Да. Давай сюда плевок сделаем. Так. Донни сейчас... Блин, Эйприл тут еще будет ходить. Давай ее, наверное, уберем. Ну, этому крышка в любом случае, ребята. Леонардо сейчас завалит. Ай, потому что вот так, ребята. Смотри, они 60 уровня. Ну, 56-х, да, разбомбили. Ну, ты посмотри, какой перевес по силе, ребят. Какой перевес у них в силе. 60 уровень, да, всего на 4 уровня мои слабже, и они их просто в хламину разнесли, понимаешь? Будь я на 4 уровня выше их, у меня такого не получилось бы никогда бы, чтобы их так легко распетрушить. Блин, да я еще и в Лигу Сегунов 2 звезды упал. Еще не легче. Еще, как говорится, не легче. Ладно, Рафаэль, Донни. Рафаэль, Донни и еще один Рафаэль. Там Эйприл, ребята, все испортила именно она. Она захилила команду. Может быть, мы, конечно, и смогли бы там быстренько победить. Но она захилялась. Она хильнула. Она успела это сделать. Вот... была большая, ребят, ошибка для меня и для нее великая радость. То, что она успела хильнуть, надо же. Беззубая Эйприл. Ладно, не будем ругаться. Сам виноват, как говорится. Че уже, ребят. Взял бы кого-нибудь посерьезнее, то паукуса и нейтрализатора. Ладно бы хотя бы сотки были бы. Ай, так, где 16-20? Вот. Так, ну что, Бакстер... Тьфу ты, Бакстер. Армагон плюс Карайка. Раз, два, три. Мне бы хотя бы вернуться, ребята, в Лигу Мастеров обратно. Так, видишь, просто с этим Ютубом проблемы, ребята. Че, видосы лежат у меня же. Этих уже видосиков готовы. Я не знаю, там, наверное, штук 20. А не могу выложить. То есть я их загружаю, и они... По суткам загружается. Это что за фигня? Так, ладно, загружается. Я не могу выйти к себе на окно, на свой канал, чтобы это... Чтобы поставить на заливку. Черный экран и вечная прогрузка идет. Понимаешь? Как бы вот тоже вторая проблема. Так что... просто в комментариях там пишут, а вот с работы YouTube, когда ждать следующие видосы? Это не от меня зависит, ребят, а от Ютуба, когда они зальются вообще туда, и зальются ли. Поэтому тогда только, ребята, сейчас могу вам... Альтернатива — это Яндекс.Дзен. Вы... Я думаю, что многие, наверное, записали каналчик. Ну, если кому-то это интересно, конечно же, если кто смотрит. Если нет, ну нет, так нет. Тогда я не знаю, что делать. Ну... Не знаю, идите смотрите кого-то другого тогда. Ну а что я могу сказать? Как я могу тебе сейчас показать адрес своего канала?
Никак. Поэтому чем на Дзене, ребята, удобнее. Там нет, конечно, плейлистов. Там все видосы идут одной строчкой. Но плюс канала на Дзене для меня, ребята, что там у меня и первый, и второй канал, они совмещены. То есть у меня и ПК игры там же идут, и сразу же Android. То есть если у меня на Ютубе раскинуты, да, видосы, получается, что здесь, на этом канале, мы играем с тобой в черепашки, ну, в Android игры, грубо говоря, то на втором канале мы с тобой играем в ПК игры. На Дзене у меня все вместе. Все видосики сливаются туда одним потоком. Так что есть кому интересно, он может заходить туда и смотреть. Так, ну что, ну, в Лигу Мастеров-то мы сегодня попадем. Это уже явно видно, ребята, судя по нашему прогрессу, как мы идем. Единственное, что мне нравится, это вот, что персонажи у нас очень быстро заканчиваются. Прям моментально. Хотел сегодня в Бравл Старс еще поиграть, ребят, Дракон Всадник Олаха, но, видишь, получилось как Cat Quest 3 вышел сегодня, и я полдня в него играл, ребят. Три видосика закатал. Вот, так что ждите в ближайшее время, как только они загрузятся. Вот, и прошли мы Kingdom Rush Alliance. Не, мы могли бы ее пройти всего за два дня, ребят, но я хотел посмаковать. Ну и посмаковал. Но последний босс меня, честно говоря, немножко озадачил. Я его прошел не на 3 звездочки. Хотя есть желание, ребят, пройти на 3 звезды, но для этого нужно... Для этого мне нужно посмотреть персонажей остальных по прокачке. Там, видимо... Блин, дай-ка я окно открою. Там, видимо, должны быть какие-то персонажи более-менее подходящие под тот бой, который устраивает последний босс. Вот. Потому что эти ребята не справляются, которые у меня до этого стояли. Боеголовка не справляется, Аня не справляется. Или я просто начинаю тупить, херню страдать. Пока не знаю, ребят. Получил там двух новых бойцов. Что-то мне показались они какие-то не очень, честно сказать, мощные. Хотя они еще не по фулке прокачанные. Но что-то как-то такой осадочек оставляет не очень, ребят, хороший. Потому что я уже поюзал, я дополнительные уровни там начал проходить. Ну, не уровни дополнительные, а как-то дополнительные звезды. Ну, в общем, уровень сложности разные. Вот, и они как-то не очень себе хорошо там начали показывать. Нет, на легких уровнях, да, а вот последний, который я там выбрал, просто в кашу меня превратили. Так, ну что, нет, еще не переходим. Еще пока не переходим. Так, ладно, давай. Я, кстати, не знаю, ребята, а вот как, например, запустить трансляцию, да? Вот я смотрю, некоторые ребята запускают, умудряются запускать трансляцию. Как они это делают? Что они там кликают, блин? Правда, я не могу эту трансляцию посмотреть, она у меня ужасно лагает, но они запускают. Так что... И причем я сомневаюсь, что это только у меня проблема. Причем даже на телефоне не могу. Ни на телефоне, ни на iPad не могу смотреть. Так что вот такие вот пирожочки. Так, ну что, ребята, мы в Лиге Мастеров одна звезда. Хотелось бы, конечно, добраться до двух звездочек сегодня, а лучше до трех. Но до двух тоже было бы уже неплохо, ребят. Три звезды — это было бы уже неплохо. Хотя три звезды — это уже почти топчик. Ну, хотя бы две звездочки. Хотя бы, ребят. И будет у нас все шикарно. Так, готовы охламоны. Я тут даже не сомневался, что мы их ушатаем с полтыка. Сейчас посмотрим, 92-я была, становится 79-я. Ну, слушай, довольно так неплохо идем-то. Раз, два, три, четыре. Довольно неплохо идем. Ну, Маузер, понятно, ребят. Сейчас 67-й уровень. В мясо. В
в хлам, в труху, в порошок, в пыль превратят. Смотри. Все. Потому что они 67 уровня. Даже если бы они были бы 73 уровня, все равно в порошок бы их стерли. Это мы мстим за первый наш поединок, который был фейловым. Так, я, наверное, не буду, ребят, далеко ходить. Сразу возьму маузеров и буду ими отыгрывать спокойненько себе своих бойцов. Вот и все. И будем спокойненько отыгрывать себе своих бойцов. Не знаю, ребята, скачал новый VPN для Brawl Stars. Но пока еще не снимал видосик по ней. Не проверял, насколько он хорош, не хорош. Надо будет глянуть как-то в ближайшее время. Я не знаю, видишь, сегодня выходной, завтра у меня крайний выходной. То есть уже сегодня, потому что в данный момент 3 часа ночи. Вот, и это... Надо ждать будет 2 дня. Это 2 утренние смены, потом короткий выходной. Блин. Короткий выходной, потом тренировка. Ну и все это, ребята, знаешь, такая волокита. Чита-дрита. Так что надо как-то все успевать, все делать. Просто сейчас на ПК, ребята, столько игр у меня, честно говоря, очень много. Я даже не знаю, когда мне успевать снимать здесь игры. Ей-богу, не знаю. Просто не успею, хоть ты разорвись. По мере возможности. А там все равно, ребята, я смотрю, просмотры упали, потому что, наверное, у людей тоже YouTube не грузится или еще что-то в этом роде. Очень быстро, просто в двойной прогрессии падают просмотры, так что, как говорится, спешить особо некуда. Если у народа, как говорится, не грузится YouTube, тогда я не вижу, ребята, вообще выкладывать пока в ближайшее время, пока починят или не починят, я не знаю. Знать бы определенность какую-нибудь. Если закроют, то говорите, что закройте, чтобы мы уже, ну, что-то другое там искали, какую-то альтернативу, да, ребят. Если это какой-то баг временный, глюк, я не знаю, там, тоже хотя бы об этом как-то осведомляли. А то как-то в неведении. Стоит их держать, эти ролики, не стоит их держать. Непонятно. Так, ну что, маузеры делают свое дело. Надеюсь, добьют все-таки всех. Прекрасно, потому что тут бойцы не особо сильно подготовлены у меня были. Хоть они и 80 уровня, но их сам понимаешь. 76-е они могли бы их пробить. Так, еще поединок, и мы, наверное, да, ребята, мы с вами перейдем в Лигу Мастеров уже 2 звезды. Так, сейчас гляну. Майки. А, все, это последний. Ёк-макарёк. А я еще там бегаю, смотрю, кто у нас еще остался. Ну, в Лигу Мастеров мы перешли. Закрепиться, конечно, не успели, что очень даже плохо и обидно. Давай, Усаги, жарь. Жарь их там по полной программе. Так, сегодня у нас, ребят, по-моему, Крэнк будет, да, в событиях. То есть мы сегодня ему немножко личико подправим. Этого Крэнга. Ну, туповатое его лицо, которое он там кривляет. Так, идеальная победа. По-другому и быть не могло. И не должно быть. Да, Лига Мастеров 2 звезды, 99-я позиция. Далеко ушли, конечно. Так, сегодня что у нас? Сегодня у нас началась пятница. По-моему, у нас пока события... Да, ребят, недоступно. Оно будет через почти 12 часов только доступно. Так, открываем колоду. Упс. Упс. Как так-то? Как так-то? Я не понимаю. Если я открыл колоду, почему она не засчитывается? Ну что, серия испытаний, друзья мои. Босс. Какой собрать и сбросить? В атаку? Так, так, так. И вот так. Ну что, Крэнк?
Очередной раз мы с тобой встречаемся уже в сотый раз или в какой там. Так, ну для начала мы этого Ваньку отсюда уберем, чтобы он нам не мешался. Ага, убрали. Так, ну тогда валунчиком. Угу. Так, Крэнк, давай, не бурагусь, короче, не выпендривайся. Вылази сразу же, без своих вот этих понтовых телодвижений. Вон, у меня тоже есть Крэнк. Какой довольный. Типа, я вас ждал. Это мы, Крэнк, тебя ждали. Очень долго ждали, чтобы тебе навалять. Половину хп нормально крысиный король сделал? Даже, ребята, Крэнк ударил этой своей ракетой меньше, чем крысиный король. Да иди ты. Все. Да. Куда там выбрался? Иди отдыхай. В животе у своего робота. Я, наверное, сразу, ребята, все вскрою. Не будем там по одной, там по две. Потому что, ну, для нас это не актуально. Так, ага. Тут все, ребят, как обычно, все по стандарту. Собрать и сбросить. Открываем все. Ну, вот такие вот, ребятушки, награды. Я бы не сказал, что супер-пупер шикарное что-то. Нет, абсолютно. Абсолютно нет, ребят. Абсолютно ничего шикарного нету. Так, значит, у нас 53 тысячи мутагена. 53 тысячи мутагена. Оля-ля. Так, два уровня, ребят, 87. Так, а где у нас мутагеноид? Вот он. Так, 7500. Блин, не хватает, прикинь. Так, 8 ящиков с инструментами. Давай найдем. 1. 2. Так, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, блин, 7 и последний. Я говорю, последний. Я сказал, последний. Так, ребят, прокачиваем до 4-й ступени. Так, нужно 2 геймпада. Нам найти, чтобы до 5-й ступени. 2 геймпада, ну не джойстики. Так, раз. Так, я смотрю, у меня просто, ребята, телепортики-то. Телепорты последние, все. Так, все, 2 геймпада, да, нужно было. Блин, какое еще 2? Последний, ребят, телепорт. Угу. Вперед. Берем 250. Берем 250 и продолжаем, ребята, искать. Так, последний геймпад нам надо найти. Ну, мутагена нам, наверное, ребят, не хватит прокачать. Да что такое, джойстик не то. Эй, ребята, ну. Да какой джойстик, геймпад? Вот он. Выпал, наконец-то. Сколько? 10 тысяч, ребят, не хватает. Не хватает у меня мутагеноида. Мутагена, чтобы ему прокачать. Ну, отложим тогда это на следующую серию, ребятушки. Так, событие у нас недоступно. Завтра попробуем, наверное, поиграть, пройти его. Так, а на сегодня, видимо, все, да, друзья мои, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.